Да. Раньше люди ездили на бычьих повозках или на конных повозках на деревню в другую. Это было примитивно. Теперь мы можем передвигаться за сотни километров от дома, чтобы заработать денег, и мы рискуем умереть в любую минуту. И это называется прогрессом. Разве нет? Раньше люди были довольны тем, что пахали землю, собирали зерно. Теперь они начали управлять заводами, ценой тяжелого труда тысяч людей. Какой-то директор получает прибыль и наслаждается жизнью. Это прогресс. А эти негодяи, рабочие, они думают, почему эти люди получают прибыль, снимают сливки? Ведь работаем мы, почему бы нам не забрать ее? Это называется коммунизм.